нам бюджет позволит, то мы этих двух человек, которых вот сейчас не хватает денег, мы, возможно, возьмем одного в начале года 18, другого в середине. То есть мы это все тоже обговаривали. Вы согласились с нашим общим решением, да, первый раз, когда вы пришли, и ушли, в общем-то, с тем, чтобы это решение обговорить всем своим коллегам и дальше начинать работать. Как решить эту проблему? Давайте мы ее будем вместе решать. Я не знаю, найти спонсора, еще там что-то. Мы, может быть, будем. Может, какой-то проект замутить. Это может быть система грантов каких-то. Как только я слышу, что денег нет, да мы все знаем, что денег нет. Иногда заходишь в магазин, не хватает 10 копеек, и не можешь купить сигареты. Одним из недостатков руководства филармонии как раз было то, о чем вы говорите. Что вот надо было искать гранты, надо было какие-то, значит, нестандартные решения принимать. Вот это совершенно не значит, что вот вы тут сказали за голодовкой, директора сняли. Я вот, тут вот сидят товарищи, да, вчера только, независимо от того, я не знал, будете вы там голодовка или нет, но вчера этот разговор и неделю назад был по руководству филармонии. После того, как вы у меня побывали, руководство, я все время этот вопрос поднимал, что надо, наверное, менять его. Уважаемые друзья, по домам, если вы на самом деле что-то уже с утра начали, то, что вы объявили, то спокойно входите, то есть и так далее. Самое главное – здоровье. Все, друзья мои. Если возникают вопросы внутри коллектива не с одним, а с несколькими коллективами, то значит, ну в чем-то есть вопрос. Кому-то надо уступить. И принято решение учредителем, и, значит, правительство поддержало решение учредителя о том, чтобы филармонию возглавил другой человек. Непосредственно сам коллектив будет жить. Вопрос там заключается не в том, чтобы быть или не быть балаганом. Это вопрос вообще не стоит. Вопрос стоит, что в каком количестве. Уже принято решение учредителем то же самое. С понедельника будет назначена комиссия. И вместе с руководством балагана специалисты посмотрят. И они должны к определенному выводу прийти. Какое количество минимально необходимы конфликты не только у нас, просто мы, но так как мы занимаемся традицией, мы понимаем, что вот наступил тот момент, когда, в общем-то, петух клюнул, или там уже дальше терпеть нельзя. Но тот 17-й год, который вот у нас висит афиша, он ведь наступил. Подписывайтесь на открытый канал. Еще больше новостей на fnvolga.ru. Мы не боимся говорить правду.